Сворачиваем самолетик. И Марью Ивановне запускаем прямо в попец. Или куда прилетит? Давай в спиняку. Кия, бздынь. Марья Ивановна, как дела? Ах, Сидоров, пшел вон с класса. В коридоре катаем нашу подружку. Собрать все стаканчики на тележке супермаркета. Что я должна надеть? Я прям даже не знаю. Костюм Леди Кошки надеть. Я должен дрыгать своей попой, чтобы стаканчик перевернулся и стал на верхушечку. Обалдеть. Мне вот эта девчонка нравится в купальнике. Я хотел бы с ней встречаться. Давай толкнем ее в бассейн. Кия, лети. Интересно, она меня убьет потом? Вставай, дружище, в школу пора. Полиция сейчас придет, родители приехали. А, да, шо, уже пора, да, все. Ой! Чирлидерши. Шо у нее с ногами? Ого, ребят, а что нас так раскорячило и поломало? Уии, все. Бам-ра-бам. Покончим жизнь самоубийством. Ребята, мне что, в бассейн нужно прыгнуть? Нет, там батут. На стол. Ребята, я лечу с крыши на стол, нифига себе. Девчонка прикольная, заходи на нашу пати. Паренечек, не хочу, до свидания, непопулярный какой-то. Так, о, прикольно, я ее помню, заходи на вечериночку. Ты что, переоделся? Ты уже второй раз к нам подходишь, свободен. Дуришь нас тут. Наше состязание. Лимбо! Лимбо, пройди под... Так, у меня варианты, обнять или послать нафиг. Послать нафиг. Найди по мордасам! Ан, короче, с другой девушкой встречался. Стучаться в дверь. Это, наверное, предки приехали. Или учительница. Кто там? Привет, дорогой, помнишь вчерашний вечер? Хочешь продолжить вечеринку? Нифига, мне заниматься нужно. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Я поступила в университет, всем привет! Привет, друзья, вы на Валеришка Плей! Поехали! Списываем. Мы на экзамене! Тихо, нельзя поворачиваться, мы уже на бис писали. Так, поворачиваемся, бис плюсом! Эй! Тихо! Чтобы не запалили! Маш, дай списать, пожалуйста, дай! Есть! Мы списали, экзамен сдан! Друзья, мы с вами учимся в колледже, или как по-нашему, в институте, в университете. Так, сейчас мы прикольнемся. Сворачиваем самолетик. И Марью Ивановне запускаем прямо в попец. Или куда прилетит? Давай в спиняку. Кия, бздынь. Марья Ивановна, как дела? Ах, Сидоров, пшел вон с класса. Марья Ивановна, ну че вы такие злые? Короче, мы в коридоре катаем нашу подружку. Собрать все стаканчики на тележке супермаркета. Ребята, очень крутая игруха, очень интересная и веселая. Поддержите нас лайком, досмотрите до конца, будет очень смешно. И в стеночку ее отправили. Хай едет. Так, друзья, день три пройден. Мы такие хотя. Ребята, нам нужно покинуть комнату нашего общежития, чтобы наши друзья не проснулись. И сдрыснуть на вечеринку, чтобы никого с собой не брать, потому что пригласили из комнаты только нас. Да. Тук-тук-тук, пати здесь? Можно войти? О, да, ребята! Это наши дружбанчики танцуют. Ого, тут целая вечеринка. Это тук-тук-тук. Родители пришли. Родители пришли? Да ладно, вы чё? Вы кто такие? Привет, Брэд, можно мы войдем? Можно пригласить всех или украсть его девушку? Да входите уже все, чё уж. Спасибо, братанчик, ты классный чувачок. Проходи, чё там, девчонка у тебя симпотная. Так, обустраиваем нашу комнату. У нас тут гантели, тренажерный зал, гитара. Но почему-то у нас мало денег, друзья. Поэтому будем... Что-то такое, коврик? Это больше похоже на кошачий туалет. Короче, будет у нас коврик, кошачий туалет. Так, и у нас осталось с вами $50. И что мы на них можем купить? Поставим, друзья, фикус. Нет. Или не поставим вообще? Не поставим. Так, ну его в баню. Погнали дальше. Вау! Это пати-вечеринка. Мы за девчонку. Мы должны нажимать, чтобы соответствовать трендам. Может, мы ТикТок записываем вообще? Так, макарена. А, нажимать. Юрок. Ага. Ого, какие мы вообще, смотри. Танцюристы. Смотри, на заднем плане там у нас подружка в этих, в синих штанах веселых. Аусам, прекрасно. Великолепно. Ребята, мы в настоящем студенческом общежитии. Представляете, круто. Так, мы должны попасть в стаканчик. Я попал. 3 раза нужно попасть, день 7. Мимо. Так, попал. И последний стаканчик. Мимо. Блин. Так. Все!
Я попал! Шаги, это победа! Yeah! Можно на уроки не идти! Шутим, друзья, на уроки идти надо. Угу. Oui. Ребята, я должен дрыгать своей попой, чтобы стаканчик перевернулся и стал на верхушечку. Обалдеть. Oui. Круто. Ты посмотри, как у меня попа трясется, мило. Oui. Обалденский. Есть. Это победа. И стаканчик все-таки упал. Очень много крутых уровней. Ого. Че с нашим парнем? Дружище, вставай, в школу пора. Кто его так разукрасил? Так, ему пишет девушка. Любимый, где ты? Пришли мне фотографию своей локации. Ага, пришли свою фотографию свою. Разрисованный вообще. Нужно помочь парню. Так, вытрем ему усики и синие волосы. Пока наш парень спал, друзья, непонятно после чего он так у нас выключился, мы его разрисовали и покрасили ему в синий цвет волосы. Но мы перед девушкой его отмазали. Да. И теперь мы убираем все следы вечеринки по парам. Так, бутылки к бутылкам, короны к коронам, барабаны и стаканы. Танчики. Выбрали все! Друзья, чисто никто там в комнате. Ничего не узнает. Шик, блеск, красота. У нас с вами есть $300. Мы можем что-нибудь еще прикупить. Например, поменять пол недорого. Может, вот этот? Может, такой давай? Короче, давай вот этот. И у нас еще $100 с вами осталось. Да ладно, у нас полос. Мы можем повесить картину на стену. Слоны. О, давай такого рыцаря. Отлично. Выбрали, друзья. 11-й день пройден. И мы, девушка, после всех пылесосим. Пылесосим стаканчики, пылесосим короны, стаканчики, короны вообще. О чем мы действительно? А, у нас же была вечеринка, друзья. Точняк. День 11. Подушечки на место. Фикус! Кто разбил наш фикус? Ребята, он $50 стоил. Платили. Он один был. Не хотим больше вечеринок. У нас на двери носок. Не входить. Так, что тут можно сделать? Румейт. Хочешь повеселиться? Так, или что мы ему спросили? Have fun. А, все нормально, день 12 пройден. Не, ну носок на дверной ручке это зачет, согласитесь, это весело. Это ж надо было так еще додуматься. Лучше, конечно, чтобы он был вонючий. Вставай, дружище, в школу пора. Полиция сейчас придет, родители приехали. А, да, шо, уже пора, да, все, ладно, встаю. Так, друзья, разбудили нашего синего парня. Мама звонит. Блин! У нас надо срочно все убирать. Бутылки, стаканы, все убираем. Мам, все нормально, мы тут учимся. Так, маски, все веселое нужно убрать с полок, чтобы мамка в камеру не запалила. Все, мам, здоровченко! Как там дела в твоем штате? Мы тут в своем учимся. Смотри, у нас ручка-карандаш. Ой! Чирлидерши! Что у нее с ногами? Ого, ребят, а что нас так раскорячило и поломало? Уии! Все! Круто. Потанцевали, друзья. Мы тут за парня, то за девушку, то за парня. Не помечу. Зачем мы это делаем? Мы ломаем автобус? Мы за хулиганов теперь? Ребята, нет! Мы разбиваем стекла в школьном автобусе. И разукрасили его всего баллоном. Зачем мы играем за хулигана? Зачем мы это делаем? Друзья, никогда не повторяйте того, что мы вам сегодня показываем. Так, так делают только неумные люди. Есть, сломал бампер. Ну, дурачок. Погнали, следующий раунд. У нас уже с вами... У-ху-ху! Что я должна надеть? Я прям даже не знаю. Костюм Леди Кошки надевай. Давай вот эту американскую эту, костюмчик. Так, нашейный поводочек, ошейничек. Так, губную помаду, кулончик или все вместе. И туфельки давай, или кроссовки, или синие кроссовки. Давай черные кроссовки. Все, иди, короче, на гимнастику. Мы тебя надели по-спортивному, иди на фитнес. Ребята, кого пригласить на вечеринку? Что-то мне не нравится. Иди давай туда. Не хочу она тебя приглашать. Она не популярная. Не популярная, да? А кто популярный? Парень, ты популярный? А вот он более популярный, но все равно до свидания. Так, о, девчонка прикольная. Заходи на нашу пати. Паренечек, не хочу, до свидания, непопулярный какой-то. Так, о, прикольно, я ее помню, заходи на вечериночку. Ты что, переоделся? Ты уже второй раз к нам подходишь, свободен. Дуришь нас тут вообще. Хитрюха, смотри, переодевается, чтобы на вечеринку к нам попасть. И наше состязание. Лимбо! Лимбо! Пройди под этим, не коснувшись. А, мы проиграли. Это штрафной круг. У нас уже лимонад со всех дырок лезет, хватит. Друзья, мы должны стоя на руках напиться лимонада из бочки. Обалдеть. День 20. Еле прошли, друзья, студенческая жизнь, она вообще такая сложная. Фух. Так, у нас 450 денег, что мы можем с вами купить? Шкаф.
Давайте купим. Давайте шкаф. Шкаф, нет, смотри. Это... О, дорогой такой, смотри, крутой. Нет, такой. Да. Давайте. О. 50 осталось. Блин, нет, мы что-то играем, ребята. Так, и такой. Стеллаж. Вот да, там нет, денег у меня нету. Так, ладно. Давайте, кого намочить? Ага. Мне вот эта девчонка нравится в купальнике. Я хотел бы с ней встречаться. Давай толкнем ее в бассейн. Да. Кия, лети! Интересно, она меня убьет потом, ребята? Кия. Все летите в бассейн, друзья. У нас пул-пати, бассейнная вечеринка. И девчонку в кроссовках. Я всех толкнул. И меня потом все дружно, друзья, отбуцкали. Вот я лежу. Так, и что дальше? Стучаться в дверь. Это, наверное, предки приехали. Или учительница. Кто там? Привет, дорогой, помнишь вчерашний вечер? Хочешь продолжить вечеринку? Нифига, мне заниматься нужно, у меня игра по американскому футболу завтра, иди до свидос. Ребята, там был, кстати, выбор. Так, мне нужно собирать наших дружбанчиков на футбольный матч. Целый оркестр, уровень называется «Собери группу». Так, у нас почему-то какие-то все эти щелкунчики на барабанчиках и с трубами, друзья. Мы пришли на стадион, там-дра-дам-дра-дам. Пришли. День 23 пройден, и слава богу. Так, а когда матч будет? Мы же должны вроде как в футбол играть. Ребята, коза, а зачем коза? Берем козу и оббегаем преподавателя. Ребята, как сбежать с козой из библиотеки? Инструкция, друзья, смотрите. Берете козу. Интересно, почему коза в библиотеке? Кто знает, напишите, друзья, поддержите нас лайком. Досмотрите до конца. College Times. Внимание, внимание, срочные новости. Парень с козой сбежал из библиотеки. Ребята, ого, это мы что такие? Голиком заснули? Или что? А что мы в трусах? Так, что с нами случилось? Это, ребята, мы с девушкой познакомились на вечеринке. Или девушка познакомилась с нами? Интересно, мы за девушку или за парня? Вставай. Так, у меня варианты. Обнять или послать нафиг? Послать нафиг. На тебе по мордасам! Он, короче, с другой девушкой встречался. А, я понял. Все. Труба. Вот это мы запалили. Друзья, контору. Так, поставим диванчик. И фикус! Поставил фикус, хорошо, без диванчика быстрый будет фикус. Фикус. Короче, на диванчик фикус не хватило. И так. Что? И стеночку, не, вот такую, вот не, вот такую. Давай вот такую. Давай такую. Да. Все, отлично. Всё. Красивая стеночка, да, но без диванчика. Покончим жизнь самоубийством. Ребята, мне что, в бассейн нужно прыгнуть? Нет, там батут. На стол! Ребята, я лечу с крыши на стол, нифига себе! Бздыщ! Я погиб? Я прошел? Ну погиб. Мне денег дали. Так, напиточки. А, мне нужно пить, пока парень его не видит. Или чего вообще? Да. Да, точняк. Мне нужно успеть выпить свой напиток, пока мой парень за мной не подсекает. Это мы на вечеринке, друзья. Ничего себе. Так, мне нужно включить в правильную розеточку. Зеленую, розовую, в розовую. И типа делаем вид, что делаем уроки. На самом деле нам после вечеринки очень голова болит. О, еще самолетик. Звонит телефон. Алло, алло, бабушка, все нормально. Слышишь, это дружбанчик, можешь мне помочь? Это мой друг мне пишет. Подписать за друга? Okay. Ребята, мы подделываем что ли подпись? Вместо учителя? Да, друзья, мы что, вместо кого-то... Подписали экзамен или что? Я не понял. Ребят, никогда такого не делайте. Да. Это очень ужасно. Так, и что? Забудь про уроки. Пошли на вечеринку. Послушать его или остаться на уроке. Погнали на вечеринку. Сбегаем. Ну, на цыпах покидаем пару, да, чтобы быстрее пойти на вечеринку. Есть. Открывай. И что? Открываем. Воу! Накрылась! Марью Ивановна не заметила, и мы сдрыснули с уроков на пати. Супер! Танцуем. Макарена. Так, что у нас 250 денег. Ладно, пофиг, понасобираем еще. Так, мы должны разложить все с чемодана. Мы что, переехали в новую комнату? Разложились. Ребята, нас переехали в новую комнату, походу. Точняк. В нашу 31 комнату. День. Или нет? Так, и нам нет дали с вами денег, у нас их так 300. Ага, кофе. Мы должны попить кофе, чтобы чувствовать ой, себя... Ой, папа, ну ты все мимо. Ну, чуть-чуть разлил, подумаешь. Мы должны быть бодренькими, потому что у нас вчера была вечеринка, и нам довольно-таки плохо. Потому что мы молоко все мимо чашки налили. Так, 80 кусочков сахара насыпаем, друзья.
и делаем вид, что у нас все хорошо. Всех, кто приглашает на вечеринку, нафиг, остаемся только учиться. Те, кто, ребята, предлагает нам учиться и готовиться к экзаменам, те красавчики. Погуляли и хватит, друзья. Пора браться за голову. Открываем ноутбук, блокноты, тетрадки, берем кофе и беремся, друзья, за голову. Делаем домашку. И так. Вот потому что у нас экзамен. И мы опять почему-то списываем. Дай списать! 5, дай списать! Маш, дай списать! Ё-моё! Горю! Всю четверть вообще по вечеринкам прошатался. Ничего не знаю, ничего не умею, ничего не помню. Такой я двоечник. Ребята, как стыдно. Обещаю, честное слово, я больше не буду ходить по вечеринкам. Да. Теперь я буду только учиться. Друзья, поддержите лайком этой серии. Хотите ли вы продолжение игры «Коллежская жизнь»? Смотрите все видео на Макс, на Steam, на Play, на Games. И на Family, друзья. Мы вас очень любим. Стараемся для вас. Спасибо, что вы с нами. Всем пока-пока. Ждите на следующее видео. Встречаемся там. Пока.